избирательный участок 341, у наблюдателя от партии «Яблоко» Спирина Леонида Андреевича обнаружено и изъято 13 листовок агитационного характера, с призывом бойкотировать выборы. Как рассказали в полиции, таких случаев было несколько и с участием представителей разных кандидатов. Об этом говорили еще до выборов. Бояршинов Андрей Владимирович, распространял эти листовки. Сам он является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ. Вообще анекдот.